16 декабря приглашаем вас на рождественскую постановку «Путешествие в Вифлеем». События той ночи станут для вас реальностью. Атмосфера древнего города, библейские герои, вкусная еда с Вифлеемского базара – все это оставит незабываемое впечатление. Постановка пройдет 16 декабря в 5:30 вечера в Церкви «Любовь Божья» по адресу 9503 Northeast, 86-я стрит, Ванкувер, Вашингтон.